Те, кто знает, пожалуйста, пойте с нами. L'histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenterons de vous la transcrire Pour des siècles à venir Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain De meilleurs lendemains Il est venu le temps des Браво! Notre ravissement est empoisonné dans ces fleurs. Катя говорит, пожалуйста, возьмите меня с собой. Пожалуйста, не уезжайте. Катенька, это тебе. Друзья мои, это нашим артистам. Жюльен, Патрик, Лоран. Merci. Да, артисты, конечно. И вот один, это знаменитая французская традиция. Все артисты бросают один букет в зал. Это принято у нас так на мюзиклах. Итак, внимание, друзья, прошу вас. Да здравствует музыка! Да здравствует кинематограф! Да здравствует это удивительное пространство, где мы слушаем и поем любимые песни. Браво! А, да, Жюльен! Жюльен! Ну, окей, я вижу, Жюльен. Он выбрал эту женщину, иди к ней. Увы, она замужем. Я хорошо знаю супруга Виктора. Он будет счастлив.
Ну что ж, друзья, ну что еще? Наш потрясающий оркестр. Знаете, можно аплодировать бесконечно. Вот я вижу, Патрик, он кому? Кто Патрик? Эта девушка не была первой скрипкой, но с этого дня вы первая скрипка Патрика. Лоран дарит первой скрипке. Вслед за ним Киара, конечно же, другой. Вот он, настоящее братание.